Привет всем! Ну что ж, продолжаем собирать принцесс Дисней. Так хорошо все начиналось, что не думала, конечно, что дойдет до 11 выпуска, но тем не менее, вот 11 выпуск, очередные 7 киндер-сюрпризов, и по-прежнему у нас целых 2 принцесс, в отличие от миньонов, не хватает. Посмотрим, повезет ли нам сегодня. Да, разные самые веса у нас есть, легкие, есть тяжелые. Ну, давайте смотреть. Так, первый киндер 34,5 грамма, ну здесь, конечно, вряд ли будет принцесса. Тем не менее, мало ли, вдруг все-таки Рапунцель, да, у нас не хватает, у нее должно быть много волос, может быть, все-таки Рапунцель окажется супер тяжелой, но нет, не Рапунцель, но что это такое, ух ты, это прямо вторая игрушка от Пантеры черной, точно, это вот похожая была коллекция в прошлом году в Китае «Звездных войнах», есть обзор у нас на канале, да. И там вот был этот непонятный механизм, я его тогда не понял, и сейчас тоже, собственно говоря, не понял, но вообще, такая интересная сборка, здорово, что это вторая игрушка из коллекции, да, наверное, их все-таки 2 всего, а тут какой-то такой хитрый механизм, покажется, пулялка, да, здесь как-то она продевается у нас здесь, попробуем, наверное, еще раз. В общем, здесь у нас такой механизм для пуляния. Сама игрушка ставится на такую платформу. Здорово, что хотя бы что-то новенькое наконец-то попадается. Как-то она крепится сюда. Да, вот так просто, да, крепится. Идея здесь простая достаточно, но все равно работает не очень. Но вообще не нравятся мне все эти тканевые, бумажные элементы. И поэтому вот коллекция «Звездных войнов» тоже была такая какая-то не очень понятная в Китае. Да, ну здесь, в общем, такое простое достаточно действие, да, по-моему, надо держать как-то. И потом как-то ударить вот этой вот прищепкой. В общем, такой достаточно сложный механизм, тем не менее, новая сборка, здорово. Вообще, конечно, не самая лучшая сборка. Можно было просто оставить этого, наверное, льва. Без вот этих вот тканевых элементов, которые вы сами видите, да, вот сложно надеть, быстрее их порвать. В общем, такая вот, не самая лучшая сборка, но тем не менее новая, так что давайте добавим ее в приложение. Ну, в общем, такая вот сборка. Надеюсь, все-таки их 2 в коллекции. Мы ее уже собрали всю. Тем не менее, хочется, конечно, чтобы хотя бы одна принцесса сегодня из недостающих попалась. И 31,8 грамма, 4-й вес на сегодня. Ну, и вот в таком весе уже может кто-то попасться, думаю. Так что есть большой шанс. Но когда-то же должно повезти. Нет, снова у нас сборка, которая уже в какой раз попадается у нас. И в миньонах ее уже много у нас. И в принцессах. В общем, да, снова повторка. Ну, вот... какая-то прям незадача, да, был выпуск в самом начале, да, один из первых, где у нас 4 подряд первых принцесс попалось, и казалось тогда, что все, буквально пару выпусков и соберем всю коллекцию, но нет, видите, долго-долго все это длится, но тем не менее продолжим, друзья, будем собирать, пока не соберем, вот снова повторка, так что можно сразу ее отложить в сторонку. Итак, идем дальше, следующие 34,1 грамма, киндер 6 вес на сегодня, и 34 уже точно может быть кандидат на коллекционную игрушку. Хочется надеяться, нет, здесь у нас кандидат на старую сборку, да, прошлогодняя сборка, тоже вот такая не очень, да, игрушка, видите, 2 бумажки положили. Тоже одна из самых ужасных сборок, да, прошлого сезона, и была такая у меня точно с такой картинкой. Ну, еще не такая, в принципе, плохая, да, здесь у нас были эти вертолетики ужасные в прошлом году. Здесь у нас хоть что-то такое более осмысленное, какие-то такие яркие цвета. Но, тем не менее, конечно, да, одна из худших сборок в любом случае прошлого сезона, да, вот такая вот тоже как пулялка по мишеням. Вообще не нравятся мне все эти пулялки с мишенями, но, тем не менее... Вот такая вот игрушка нам попадается. Ну что ж, что-то выпуск у нас прям совсем не заладился. Одна сборка попалась новая. Но все-таки хочется, чтобы попалась коллекционная игрушка. Наконец, хотя бы одна из 2. И следующий киндер у нас снова тяжелый. 32,7 грамм. Это 2-й вес на сегодня. Ну и, конечно, вряд ли коллекционная игрушка. Да, единственная, конечно, надежда, что Рапунцель будет тяжелой.
Поскольку Ариэль тоже у нас тяжелая была, у нее тоже так много волос достаточно. Ну, давайте посмотрим. Нет, нет, это у нас снова старая сборка и снова повторка. Уже она у нас попадалась, да, много раз. Ну, вот видите, какая-то прям незадача пошла с принцессом. Такое отличное начало, так много коллекционных игрушек. И потом вот так вот, да, даже два выпуска у нас было без коллекционных игрушек. В общем, да, в общем, что есть, то есть. Так, ладно, соберу и пойдем сразу дальше. Да, прошлогодний Натунс у нас здесь попадается. В общем, положил киндер все равно прошлогодние сборки. Не так часто, но да, иногда все-таки попадается. Итак, следующий киндер на сегодня. И уже, конечно, надежда угасает. 32,4 грамма. Это третий вес, тоже очень тяжелый. И, конечно, тоже это и большие сомнения, попадется ли здесь коллекционная игрушка у нас. Но, тем не менее, нет, да, коллекционная, вау, 32,4 грамма, это Ариэль, правда, да. Ну что ж, тоже, вот видите, тяжелая, большинство принцесс на данный момент у нас попадалось, о, кстати, не помню, добавил ли в приложение, надо посмотреть. Большинство принцесс у нас попадалось в весе где-то 29 грамм. Да, кстати, по-моему, Ариэль вот не был у нас, кто уже смотрел выпуски, есть вкладыши без, старые вкладыши, да, с других серий, и они у нас без новой вот этого Apple ID, и есть вкладыши с Apple ID. Ну что ж, хотя бы одна коллекционная игрушка попалась, пускай повторка, ну, да, что уж говорить, по-прежнему двух принцесс у нас не хватает, давайте добавим Ариэль в приложение, посмотрим, была ли у нас в приложении или нет. Итак, добавила Ариэль в приложение. Ну что ж, тем не менее, шансы еще есть. Еще два киндера у нас есть. И, конечно, все может быть. Может быть и так, что у нас две последние коллекционных игрушки попадутся в этих киндерах. Конечно, вероятность очень маленькая, но все бывает. Итак, самый легкий киндер на сегодня. И кандидат на коллекционную игрушку, между тем, 28,9 грамма. Седьмой вес, да, в таких весах у нас попадались коллекционные игрушки. И да, снова коллекционная игрушка, но снова повторная Белоснежка. Да, Белоснежка попадается, я уже думал, нету второй половины Белоснежки. Ну что ж, друзья, к сожалению, да, у нас Белоснежка попадается, снова не везет. И снова повторка, где же эти две принцессы, которых нам так не хватает. По-прежнему Рапунцель и Аврора, да, не попадаются никак. Ну вот не знаю, даже являются ли они редкими. Тем не менее, продолжим искать. Ну что ж, Белоснежка, тем не менее, две коллекционных игрушки сегодня попалось. Уже неплохой знак. Ну, может быть, все-таки попадется и третья. Следующий киндер 31,3 грамма. Это пятый вес на сегодня. Если здесь будет коллекционная игрушка, то она должна быть, да, ну, либо Ариэль, либо все-таки какая-нибудь из недостающих. Хотя, конечно, не знаю, 31,3 грамма. Ни туда, ни сюда, ни тяжелый, ни легкий. Но все бывает. Да, все, класс. Класс. Хотел сказать Рапунцель, Аврора. Аврора попадается, друзья. Класс, три принцессы сегодня. И, наконец-то, седьмая, да, всего 8 груш коллекции. Вот она, Аврора попадается, класс. И догоняем мы миньонов, друзья. Догоняем миньонов. Теперь у нас так же, как с миньонами, 7 груш коллекции. Значит, что каждый выпуск может стать последним. Да, вот такая вот у нас симпатичная Аврора. Тоже у нее много волос. 31,3 грамма в итоге она была в киндере. В итоге осталась одна Рапунцель, да, любимица нашей семьи. Жалко, что не будет повторок Рапунцель, да, поскольку как только мы ее найдем, то и наша серия роликов закончится. Тем не менее, будем надеяться, что мы в ближайшее время найдем. Итак, добавим приложение и посмотрим результат первых 11 выпусков. А так выглядит результат первых 11 выпусков. Всего 77 киндер-сюрпризов мы открыли. Из них 17 оказались коллекционными принцессами. 4 у нас Белоснежки, 3 Мулан, 3 Золушки, 3 Рапунцель, 2 Жасмин. И по одной всего лишь Белль. И как раз новинка, которая только попалась в этом выпуске.
Аврора, по-прежнему у нас Рапунцель не хватает, чтобы собрать всю коллекцию, и примерно в каждом 4-5 десятки сюрпризов нам попадалась в итоге коллекционная игрушка. Ну что ж, в следующем выпуске продолжим, догнали миньонов, и теперь у нас каждый киндер-сюрприз может стать последним. Надеюсь, что скоро мы все-таки соберем и одну, и другую коллекцию. Ну, много новых сборок у нас все равно попадается, много интересных сборок, много собираем коллекции сборок, так что, в принципе, все неплохо, будем собирать, пока не соберем. Всем спасибо, пока-пока!